День добрый. А вы кто? В смысле, кто я? Дружинник. Удостоверение есть? Конечно. Посмотреть хочу. Пожалуйста. Как фамилия? Якововский, моя фамилия. Якововский остановился. Что? Значок, что? Руками не трогайте, пожалуйста. Что это за знак? Руками не трогайте. Говорю, руками не трогайте. Кто такой есть? Я вам показал. Что это? Вам показали. Удостоверение дай. Удостоверение дайте. Нічого цього не робите. Ви спиняєте, поставили триногу і спиняєте їбете мізги людям, які їздять вимушені в цій годині їздити працювати. Ви не їжте. Ви ходіть пішком, якщо вам дорога на вас не влаштовує. Ходіть пішком. Припаркуйтеся. Ти при своєму умі вообще, блядь. Ти вообще, блядь, дебіл нахуй. Це ви дебіл. Ти, блядь, понял, що сказав? Рахіт, блядь. Не їздити. Ти мені говно будеш указувати, що мені делать? Ти мені говно кончене будеш указувати, що мені делать? Я тобі роботу, блядь, дав. Хто дав? Я, плача налоги, тобі гандону, блядь. А ти ходиш, блядь, так іди попрошай, блядь, у друге. Бо у мене щас, блядь, кришу снесе, да тебя придурка уб'ю, нахуй. Давай. Добрый день. Ми Егор Анатолин вас приветствует. Будьте добрые водители, скорее регистрационное свидетельство ваше. Зачем? А? Для чего? Отработка в городе проводится. Отрабатывать? Да. Ну отрабатывай, что ты хочешь? Водительская регистрация. Ты представился, во-первых. Представился. Как? Как а положено, как давай поначалу все. Что поначалу, отработка, если вы не слышите? Может понюхать хочешь или что? Водительская. Ты понюхать хочешь, ваша, что ли? Едьте, водитель. Ну сырье, блядь, заебали нахуй вы. Ты понял или нет, блядь? Бо я понюхаю, наверное. Хуйло, блядь. Что, сидите, греетесь? Здравствуйте, во-первых. Представляйтесь, давайте. Обратились? Вы представляетесь. Шо-шо? Вы представляетесь. Вы кто такой? Вы обратились? Черт в кожаных штанах. Вы к нам обратились? Я говорю, вы черт в кожаных штанах. Вы подошли, меня что-то спросили. Вы сейчас представьтесь. Во-первых, а кто буду спросили, с вами? Вы спросили, во-первых. Следующий. Что пообщаться вы хотите? Желание пообщаться есть, я спрашиваю? Что вы хотите? Ты ко мне сейчас обращаешься или нет? Я до вас не на ваши вопросы отвечаю. Да? На ваши вопросы? Да, вы спросили, вы сидите греетесь? Нет, так вы ответили? Вы мне начали задавать другой вопрос. Вы как еврей, вопросом на вопрос. Так нельзя сделать. Но 3.24. Скажите, что остановлено транспортное средство было? Вы кто такие? Еще раз? Вы кто такие будете? Что значит, вы кто такие будете? Ну, вы задаете вопрос. Хочется посмотреть. Вы тот? Я тот, кому вы служите, для начала, чтобы вы понимали. Я гражданин Украины. Может, что хуй тебе показать? Ну ты вообще, блядь, какой-то странный. Ты сначала свои покажи, я тебя попросил нормально. Ты оборотень или кто, блядь? Я тебя спрашиваю, покажи документы, представься. Ты начинаешь со мной разговаривать. Я с тобой буду культурно разговаривать, когда ты будешь четко в рамках закона. Вот. Какая культура? От меня культура. Вы должны представиться. Вы должны представиться сначала. Причина вашої зупинки – порушення правил дорожнього руху. Ви знаєте, вас вже неодноразово вже зупиняли, так же само тут. Можете моє посвідчення подивитися зразу же. Це вам майор Коваленко підказав? Так. Ну покажіть ще раз. Я вас теж неодноразово вже зупиняв. А праву руку покажіть? Що, в мозолі чи що там? Ви що, дрочите чи що? Звісно. Так? А ви ні? А що ви так взагалі спілкуєтеся? Як? Ну я наскільки задаю водію, ти сам.